Душенька, ну почисть меня. Пожалуйста. Посмотри. Сзади. Сними. Пушинки-то. Посмотри. Как будто паучок там лазит. А на подборах ничего нет. Спасибо. Спасибо, душенька. Суконство ведь аглицкое. Вот каково носится. Благодарю, душенька. Раскрасоточка. В 95-м году, когда эскадра наша была в Сицилии, купил я его еще мичманом и шил с него мундир. В 801-м при Павле Петровиче был сделан лейтенантом. Сукно было совсем новешенько. В 814-м сделал экспедицию вокруг света. Только по швам немного поистерлось. В 815-м вышел в отставку. Перелицовал. 10 лет ношу. До сих пор почти как новый. Вот. Вот. А как, позвольте узнать, Сицилия? Вот вы изволили сказать Сицилия. Хорошая эта земля, Сицилия. Прекрасно. Мы 3-4 дня там пробыли. Вид, я вам доложу, восхитительный. Это горы, это деревце гранатное. Вокруг итальяночки. Розанчики, хочется целовать. И хорошо образованы? Превосходным образом. Так образованы, как только у нас графини. Разве? Бывало, пойдешь по улице, натурально. Здесь и палет, и золотое шитье. Это красоточки, черномазенькие. У них возле каждого дома балкончики. Крыши, как этот пол. Плоский. Это, смотришь, сидит, это такой розанчик. Натурально. Ну, чтоб не ударить лицом в грязь, эдак. Ну, и она эдак, и натурально одета. Тафтица, шнуровочка, дамские сережки разные. Лакомый кусочек.